Портреты и натюрморты, композиции абстрактные и реалистические. Всего на выставке более полусотни полотен. Самый популярный жанр – пейзаж. Точнее, крымский пейзаж. Ксения несколько раз была на острове и с последнего путешествия вернулась весной. Говорит, до сих пор под впечатлением от крымской архитектуры. Экскурсию для первых посетителей проводит сам автор. Такое все тонкое, какое-то воздушное. И создается ощущение, что это какое-то сплошное кружево. Вот, например, вот на этих работах можно увидеть, что они такие достаточно какие-то кружевые балконы. Вот, это музей «Рейса Украины». Вот эта работа выполнена аквалинно. Что-то еще из раннего, какие-то вот несколько портретов, вот тех, они тоже довольно раннего периода. На одном из ранних портретов – племянница художницы. Работа так и называется – Дашка. В соседнем зале менее реалистические полотна. Одно из них – «Свидание», вдохновлено изображениями на игральных картах, признается Ксения. Рядом три женских образа на причудливом фоне. Сейчас это «Вера, надежда, любовь». Но так было не всегда. По словам художницы, задумывалось полотно под другим именем. «Вера, надежда, любовь» она была названа потом. Здесь закладывались три возраста. Закладывался возраст достаточно молодой женщины, пожилой женщины и девочки. Она, по-моему, три возраста должна была называться, но потом вот я так посмотрела, когда я ее уже делала через несколько лет, думаю, вот это было бы прекрасно еще и вот так назвать. Идея картины родилась еще во время учебы в академии, вспоминает Ксения. Сейчас она уже сама преподаватель, учит ребятишек Видновской школы искусств. Главным учителем для самой Ксении стал ее отец, заслуженный художник России Виталий Миронов. В числе посетителей экспозиции давние поклонники и друзья семьи. Она художник хороший, у нее папа художник. Наверное, преемственность, традиция. Мне кажется, многим стоит сходить, посмотреть. С ней училась моя одноклассница по школе, и мы вот все вместе дружим. Я давно уже знаю Ксюшу, уже с какого, 2005, по-моему, даже года. Мне очень нравятся ее работы. Работы Ксении выставлялись в городах России и за границей, в Китае и Черногории. Некоторые российские музеи взяли картины художницы в постоянную экспозицию. Выставка «Видным» была давней мечтой, вспоминает Ксения. Алексей Пименов и я, Дамия, Анастасия Нурхонова, Видное ТВ.